challenge time! И снова всем привет, и я решил посмотреть игрулю Molly Cats. Ну, вообще читается как Molly Cats, конечно, но при том, что это два слова Mol и Cats, то Mol Cats. Molly Cats, не знаю, все равно если вместе, это одно слово, по правилам читается Molly Cats. Ну, хрен с ним. Это игруля от наших разработчиков. Эту игрулю я увидел на стримяше. Подумал, что ну надо взять. Я, правда, на подконец уже только пришел. И... Ну, мне понравилась картинка, еще такая-то головоломка, думаю, ну это просто надо заиметь. У меня там куча наград еще. Подрубил стимовский джойстик. Посмотрим, как он его воспримет сразу. Вославь солнце! Пипец, сколько тут графония. Всякого мелкого. Привет, бой Боуи Тута. Буду помогать тебе оранжевому. Тебе и оранжевому. Слушай внимательно. Мир состоит из стайлов. Окей. Выделяй тайл левым стиком или крестовиной. Вращай правым стиком. Сейчас, тогда приблизить это, убрать, так. А. Окей. Сейчас я тут приноровлюсь. Ага, просто двигаем по этому. Так, это я уже понял. Это стационарный, да, у нас не меняется. Чтобы сфокусировать камеру на оранжевом, нажми LS. Ага. Эй! Возможно, тебе повернуть тайл вместе с оранжевым. Ням. Ням. Так, а где звезды? Подожди, я где-то звезды... Не взял. Чтобы зашить уровень, нажми Y, да? А, три звезды. За время, что ли, или за что это даете? Go марш. Так, и чё? Дальше, вот, типа, вот это. Хотим ключи. Это еще и бочку нет, типа хренушки вам. Нужны грибы. А мы что, на Марио работаем теперь? Так, вот это, видимо, чисто заставки, так понимаю. Твист. Так, и чё? Чё ты в этом случае сделаешь? Ты всегда будешь как дурачок ходить? Хапай блестяшки. А, тут вот еще что-то есть, да? Не надо. О, кстати, это мысль. Только что она мне даст? Возможно, где-то ниже мы сможем это заиметь. О, етить колотить. Это будет весело. Ням. Ням. А как блестяшки хапать?
он как-то не сильно их хочет хапать. Так. Ну, допустим. Так, вот. И теперь эти блестяшки или не блестяшки, а ну там гриб. И он еще внизу гриб. Так, ну он вернется назад, тогда нам это не нужно. И так нам тоже не сильно нужно на самом-то деле. Так, а потом... Я смогу повернуть так, чтобы он... Да, смотрите, теперь он возьмет. Топ-топ-топ-топ-топ, да. Так, мы заимели этот гриб. Теперь сейчас просто он сделает кругаля и пойдет вниз, и все. Hello. Чтобы зашить уровень, нажми. Три гриба и этот есть. Ну, хорошо. Открылись еще. Твист, беги. Так, это уже будет непросто, я чувствую. Подожди, там греб. И там он гриб. Сделаем лишний кругаля, но зато заберем все, что можно. А вон еще гриб, кстати говоря, как его взять? Но этот не двигается таким образом. Ям. Да-да-да, ям. Допустим, так. Вот это да, это же дрожь гриб. Теперь ты сможешь использовать дрожь силу. Дрожь сила заставляет котократиков бежать. Выбери тайл с оранжевым и нажми А, чтобы попробовать. И чё это мне даёт? Пока непонятно. Это на всё время, да? Типа мне дают. Так. Я смогу просто его уронить таким образом или нет? Я просто пока не вижу способа, как я вообще, в принципе, могу заиметь этот гриб. Давай, шевелись, блатва. Ага. Не мог, не прыгает, понял. А, он, короче, игнорирует все, что можно, да? Ага. Понял, понял. Полезно. Так, смотрим, что тут. Тут какие-то двери. Открывается где-то в другом месте. Это что вам, Dark Souls, что ли? В другом месте она открывается. Давай ты сразу гриб возьми. Хотя можно было сразу перевернуть что-то эту панель, да.
Хотя, в принципе, нормально. Грипп. Что ты? Зачем ты повернула? Ну... Ага, мне это теперь грипп постоянно будет, или он там кто-то дрыхнет? Ям. То есть одна закрывает, другая открывает. Так, ладно, шевелись, плотва. Вроде все взял. Открытый и закрытый такой смайлик. Ну, не то чтобы сильно сложно уже, как-то попонятней становится. Так, это, видимо, белочка. Нет, это такой же котик, да? Просто зачем он грибы и все такое сушит? Типа, любимый, что, похитили тентакли? Окей. Странная херня. Переключи. Давай переключим. Так. И херам закрылась, да? Подбирать или использовать. Ну, типа вот. Не нажимают кнопки, да? Тут ничего нету и ничего нельзя использовать вроде. Уп. Нет, ты быстрее не так не делаешь. Так, один какой-то из них открывает, какой-то другой закрывает. Угу. Так. Этот закрыл. В смысле? Но мимо кнопок никак. То есть это кнопка, типа, в любом случае у персонажа, да? Ну, это было быстро. Я так всю игру, блин, пройду, если так дальше буду. С такой же скоростью. Нет, нельзя. Ой. Ну вот хренушки, да? Так, блин, а как тогда? Ям. Могу я ли... Вот так вот сделать это? Хрен там. Зато я могу сюда сделать. Что мне это даст? Ничего. Так, ну этот гриб же как-то надо взять. Так, подожди, давай. Кругаля давай. Сейчас мы вот этот... аппендикс. Попробуем тебя запихнуть. Во.
Сейчас все мухоморы насобираем. Так, это уже выход, да? Синий гриб. А где кнопка? И вон ту золотяшку бы надо бы взять. Нет. Все время забываю, что можно делать так. Тащи этот золотой тайл к выходу. Получишь награду. Окей. Запросто. Но дверь-то закрыта. Угу. Тогда делаем. Как бы тебе так, чтоб ты... Вот, пошел назад, да. Так. А, нет, я хотел, чтобы ты не то сделал. Блин. Беги скорее давай. Так. 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 Еще лучше даже. Я какой-то вопросик не взял. И один гриб. Правда? А где я мог гриб пробежать? И уж тем более вопросик. Или вот этот светящийся мне нужен был как-то. Но я не смог бы никак загнаться. Вот сюда, наверное, надо было сходить. А почему 4 минуты? Я так не играю, подождите. Так. Так. Да, тут он, скорее всего, секретная какая-то локация. Там, наверное, все остальное было, да? Кто такой? Давай. Так. Давай сразу этот гриб возьмем, что ли? Так. Так, ага. Во. Теперь нам надо. А, вот сейчас мы тут возьмем. Или нет? Так, а как я попадал в этот? Ну, так я попадал. На, зачем я пробежал, видимо, да? Друг за другом подобрали. Кто-то выбросил, забрал другое. Так.
так быстрее будет, экономия времени. Ты какого хрена? Вы еще разделяться умеете? Охрененно, блин. Вот это прям неожиданность оказалась. Так, теперь займемся тобой тогда. Давай хотя бы так. Так. Фу, блин, я даже это комментировать не могу, если честно. Никак не смешно, не смешно. Я вот никак не ожидал, что они еще разделяться могут. Это, конечно, можно в два раза быстрее все обыскать, но нахер надо. А! Зачем? Это еще и друг друга запрут к херам собачьим. Фу, все забрали. Компас какой-то. И все? Подождите, у меня же было две штуки, нет разве? Тут три звезды, там три звезды, все везде. Все, давай, петля. А, я не могу эту повертеть, да? Во? Во? Ям. Так, просто тут вижу еще кучу он вкусного. Как минимум гриб один. А вот как до второго сейчас пока непонятно добраться. Но я так понял, что желательно их все-таки не разделять. А то потом заколебемся их собирать. Ой, ёп твою за ногу. Тут что-то вообще трешатина какая-то будет. Ну хоть здесь они объединились. Во. Там еще мы внизу открыли дверь, похоже. А он еще внизу, блин, гриб. А. Наверху тут что-то есть. Спасибо. Пойдем по той же дороге, понимаете, товарищ? Хотя... Ну, вот так я смогу этот забрать. Блин, ну мне туда рано. И так мне не так, и этак не так, блин. Забрал. Так. Если я пойду вот так, вот так. Да, в принципе, можно попробовать. Смотрите, мы сейчас загоняем их сюда. Отлично. А этот не двигается так. И как мне тогда? Так и вот так, да? Допустим.
Дверь-то открыта, надеюсь, до сих пор. О, еще и пошли как надо, чтобы сразу грибочек забрать. Фу, ладно, что у нас тут? Бухлишка? Либо что-то взрывоопасное. Ключики. Посмотрим, что тут за ключики. На. То есть мы открыли ключик там, да? Поменял тот. Тут нету секретных мест. Так. Это еще под потолком придется кругаля давать. Здесь колотить. Ну, куда нибудь ты свалишься, кстати, помрешь или что с тобой случится, если ты вон... А, ну сейчас не получится так сделать просто. Так, локация не сильно большая, это радует. Хотя зачем вот этот тайл я могу крутить, не совсем понятно. Так, это наоборот надо было оставить, да? Так. Видимо, я слишком, да, поторопился отпустить, да? Синий ключ, блин. Это чё вам, этот что ли? Дум что ли? Беги давай дальше. Там еще грибок у нас. Несъеденный. А, или что-то тут, сокровище какое-то. Тоже хорошо. А, вот для чего здесь. Чтобы если ты так вот по тупости сделал. Все, давай. Текай домой. Фух. И у нас все. Отлично. Посмотрим, что тут за кролик, который так прям манит своим названием. Епапа. Идут за мной, за лидером, ага. И сами вперед побежал он. Давай порезче, чтоб я мог грибочек забрать. Я пока посмотрю. Ага, то есть вы не хотите кончать жизнь самоубийством, да? В этом случае. Плавали, знаем. Где мы плавали? Ключик. Ага, вот. Где мы плавали. Не
Не знаю пока для чего, давайте. Это для того, чтобы как-то попасть в секретный кусок, видимо, да? Не уверен, что я смогу его сейчас так вот повертеть. А, нет, смотрите. А, вернись. Почти могу. Вот, а давайте объединяйтесь. Сейчас попробую сюда вас отправить. Потом вот так. О, отлично. О, класс. Вроде все забрал. Класс. Причем здесь кролик? Так, странные тут трофеи. Разворот. Сколько тут вообще уровней? Етить, колотить. Около 50, да? Не могу еще. А, потому что этот не открыть, да? Я хочу сразу гриб взять. А, я не смогу тут. Закрыто. Так, какая из них открывает, какая закрывает? Вот это закрывает, да? Так даже лучше. Гриб непонятка, он дает силу разворота. А, то есть типа хыть. Класс, удобно. В таком случае я могу применять, просто не ждать, да? Да я понял. Я пытаюсь понять, как мне... Так, вот так, да? Все. Теперь я могу попыром его. Вот так, да. А там, правда, кнопка. Она мне закроет же, да? Или нет? Вот так тогда сделаем. Топ-топ-топ. О! Норм. Это-то-то-то! Вернись, я все прощу. Взлом. Ну, это какой-то дополнительный уровень. В хакеров и поломаем тут все. Ёб твою за ногу.
все открыл, хотя ни хрена не понял. То есть она продолжает действовать даже на другой тайл, что ли? Не до конца понятно. Ям. Так, подожди, а как мне... Ага, мне нужно было... повернуться туда. Угу, понял, понял, понял. Епоп. Так, запрыгивайте. Да и вроде все. Ну хоть за время не дают эти звездочки, уже приятно. А то больше всего ненавижу это еще и по времени ориентироваться. Да что за чудо-юдо? Кто-то хочет подушку, кто-то кофе, кто-то вообще просто не рад. А тут грибы заставляют. Будете спать, будут грибы. Вот так, все. В смысле, наоборот, наверное, все-таки. Хотите спать, насобирайте грибов. Так, мне вот теперь здесь еще открылось, да? Туда-сюда, шестеря, растения. Ладно, я думаю, в принципе, вам смысл понятен. Я не думаю, что интерес сильно будет смотреть на запись. И так еще поиграю, скорее всего, для себя. Она как бы, ну, красивая, забавная. Ой, но головоломки очень сложно, на самом деле. Про них что-то рассказывать, как-то комментировать, потому что, ну, ты сидишь и думаешь, что же делать дальше. Тогда все. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. С вами был Алекс Трага. Всем пока.